Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем черенковать вот такую розу из букета, который подарили. Она уже стояла в вазе. И попробуем вырастить новую с черенков. Давайте попробуем. Такой букет мне подарили. Роза была очень красивая. И жалко, не ее были. Видите, роза была очень красивая. Вот какая роза отстояла. Мы все это убираем. И попробуем с вами сделать череночки. Да, будем делить. 1, 2, 3 черенка. Так. Вот. По 3 черенка, можно по 2. Снизу, видите, будем нарезать вот в таком направлении. Вот. Один черенок. 1, 2, 3. Здесь кочечка. Мы вот так сделаем надрез. О, улетел. Ничего, поднимем сейчас. Вот, смотрите, череночек второй и третий. Так, 1, 2, 3. 3, 4. Так, режем розу. 1, 2, 3. Здесь тоже. Вот так нарезать будем. Буду держать, а то опять улетит. Такие череночки получились у меня. Эпином. Беру эпин. Корневины роста. Сейчас корешочки насыпаю. Каждый корешочек буду помазывать. Пусть немножко полежит. Здесь тоже. Чтоб корни пустили. Можно в воду настаивать, но мне нету времени. Я решила так. Так я делала череночки винограда, у меня все они проросли. Думаю, что и розы прорастут. Вот немножко они полежат, и мы их посадим. Вот такую земельку я приготовила. Сделала дырочки. Польем водички с эпином. И вот наши череночки будем сажать. Второй череночек. На дно положила опилки, чтобы было теплое, землю садовую, песок и купленную земельку. Еще да, потом досыплем. И будем баночки одевать. Вот. Баночка это не подходит. Бутылочки отрежем и поставим. Потому что я делала на 4 череночка, здесь на 3. Можно отрезать. Вот
кукуруза была очень сортовая, красивая. И вот таким методом немножко польем. И будем поставим на подоконник, конечно, где батарея тепленькая. И будем ждать, когда пустят пасынки у нас. Конечно, раз в неделю будем открывать, проветривать, смотреть. Здесь будет конденсант собираться. Здесь тоже будем поднимать и смотреть. Вот такие наши розы будут. Потом высадим мы их в грунт. Тоже укутаем, оденем баночку, чтобы они дальше хорошо росли. Или с подгоном, чтобы на солнышке не было. Ну вот и все. Была с вами Анна на канале «Все своими руками». Если вам понравилось видео мое, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.